Между тем, американские исследователи по крупицам восстанавливают психологический портрет вашингтонского убийцы. Мотивы действий преступника по-прежнему остаются загадкой. По некоторым данным, Аарон Алексис не был доволен жизнью в родной Америке, однако никакого террористического следа в его действиях до сих пор не обнаружено. Тему продолжит Вадим Милицын. Если предположить, что у трагической истории гибели людей в здании Вашингтонского адмиралтейства была конкретная отправная точка, то ее, скорее всего, стоит искать здесь, в отеле «Мэриотт» в городе Ньюпорт, штат Род-Айленд. 7 августа этого года в 6:30 утра местную полицию позвонил мужчина, заявивший, что он, подрядчик военно-морского флота США, подвергается преследованию. Прибывший по звонку полицейский наряд записал показания мужчины. По его словам, человек, с которым он повздорил несколько дней назад в аэропорту, отправил по его следам двух черных мужчин и одну женщину. Их голоса посылают ему угрозы сквозь стены и потолок, не давая спать. А все микроволновые печки в округе запрограммированы злоумышленниками таким образом, что постоянно посылают в его тело негативные вибрации. Не в силах вынести эту муку, за одну ночь он сменил уже 3 отеля. На резонный вопрос полицейского о душевном здоровье молодой афроамериканец заявил, что ни у него самого, ни у членов его семьи никогда не было проблем с психикой. Полицейские отправили показания Аарона Алексиса по месту его работы, но какой-либо ответной реакции из Адмиралтейства так и не поступило. Этот и множество других эпизодов биографии убийцы 12 человек в Вашингтоне детально изучаются сейчас полицейскими психологами. Мозаики, которые они пытаются собрать, стройная логика пока отсутствует. Показания родных и близких Алексиса тоже не делают картину более понятной. Похоже, он был как доктор Джекил и мистер Хайд. По крайней мере, тот Аарон, которого знала я, был очень достойным человеком. Некоторое время назад Алексис решил стать буддистом и начал посещать храм в техасском городе Келлер. Однако, по словам общавшихся с ним тогда людей, духовное просветление его интересовало мало. Алексис увлекался тайскими женщинами и пытался знакомиться с ними в храме. Выучив там же некоторое количество тайских фраз, он отправился в трехнедельное путешествие по Таиланду, где посещал отнюдь не буддистские достопримечательности, а массажные салоны. После того, как понравившаяся ему тайка отказалась ехать с ним в Америку, сказав, что ей не нравятся чернокожие мужчины, Алексис вернулся в Штаты один, судя по всему, еще без голосов в голове, но уже на взводе. Свои нервные срывы, включая 2 мелких эпизода с использованием огнестрельного оружия, Алексис объяснял тем, что получил психологическую травму, участвуя добровольцем в разборе завалов на месте терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Однако следователям не удалось найти никаких документальных свидетельств, подтверждающих подобные утверждения. Тем не менее, военные психологи его рассказам верили. Допуски к закрытым объектам он получал регулярно и без особых проблем. Купить в Вирджинии дробовик, с которым он затем пришел в Адмиралтейство, ему тоже ничто не помешало. Рациональный мотив, устроенный Алексисом там бойни, отсутствует. Обыскав квартиру и машину убийцы, следователи не нашли ни манифеста, ни предсмертной записки. Остается чистая паранойя, но голоса в голове мертвого убийцы уже ничего не расскажут. Вадим Милицын, телекомпания RTVI.